По всем правилам новгородцы могут теперь добраться по железной дороге напрямую до Евпатории. По инициативе Министерства транспорта и дорожного хозяйства компания «Гранд Сервис Экспресс» включила 2 беспересадочных вагона, которые будут следовать по маршруту Псков, Великий Новгород, Чудово, Евпатория. Вагоны будут отправляться из Пскова, заезжать в Новгород и потом присоединяться в Чудово к поезду, который идет в Крым из Санкт-Петербурга. Арина Аксенова отправила первый прямой рейс. Лето в наших краях пролетает молниеносно. На дворе август, а многие еще даже не успели искупаться. Но 20 новгородцев сегодня можно назвать счастливчиками. Ведь через пару суток их ждут теплые берега Крыма. А доставят их туда прямо с новгородского вокзала, без пересадок, вот эти 2 вагона. В Чудово 24 и 25 вагоны присоединятся к основному составу Таврии, который направляется из Санкт-Петербурга. Но первыми удобства нового рейса смогли оценить псковичи, ведь стартовал он именно из соседнего региона. Мы, конечно, поинтересовались у псковских пассажиров, какие условия в поезде ждут новгородцев. В вагоне комфортно. Пускай они не самые новые модификации, но чистенькие, постельные, новые, все, в принципе, комфортно. Для людей, которых отпуск больше 10 дней, это очень удобно. В долгожданный отпуск на новом поезде отправляется новгородка Ангелина Латышева. У бывшего работника железной дороги получился двойной праздник. Ведь первый рейс пришелся на 2 августа, день железнодорожника. Очень удобно, потому что пришел из дома, сел и спокойненько отправился. Очень удобно. Прямо не знаю как. Придумали. Молодцы. Кто придумал, молодцы. Николай Петрович и Надежда Михайловна, напротив, возвращаются домой. Признаются, что летать побаиваются, да и гостинцев из Новгорода везут столько, что в авиационные нормы багажа не уложились. Сами из Крыма. Приезжали сюда в гости к вам на самолете. А сейчас уезжаем на поезде. Очень удобный поезд, конечно. Спасибо. У нас столько много вещей. Вы знаете, в самолет столько, наверное, не взяли. Здесь так удобно. Вот сразу раз, перешли перрон. Анна Антоновна тоже из Крыма, а в Новгород приезжала на свадьбу внука. По приезду родственникам пришлось встречать ее в Санкт-Петербурге, а провожают уже на новгородском перроне. Я ехала этим же поездом Таврия сюда. Очень хороший поезд, очень чистый, такие культурные, вежливые проводники. В общем, мне очень понравилось. К чистоте и безопасности в составе требования действительно высокие, особенно учитывая текущую ПИД-ситуацию. Начальник поезда уверяет, дезинфицируют все места, с которыми приходится соприкасаться пассажирам. Чаще всего это туалетные кабины, поручни и все, в принципе, поверхности и в купе, подлокотники, столики, ручки, фиксаторы. Поезда будут ходить с периодичностью минимум 2 раза в неделю до 3 сентября текущего года включительно. Отправление из Пскова планируется в 13 часов 20 минут, отправление из Великого Новгорода в 18 часов 40 минут. Определенно, крымский поезд – отличная возможность догнать уходящее лето. Впереди бархатный сезон, а такое далекое Черное море для новгородцев сегодня стало немного ближе. Арина Аксенова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.